Всем привет, дорогие друзья! Май месяц. Посмотрим БУ цены на автомобили. Итак, поехали! Hyundai Creta, 19 год, в серебристом цвете, на литье. Давайте посмотрим. 1.6, 123 лошадки, 100 тысяч километров пробега. Ценник вы видите на экране. Подушки безопасности, климат-контроль однозонный. Давайте посмотрим ее. На зимней резине стоит. Механика, шестиступка, мультируль, все есть. Следующий автомобиль, Ford Focus, тоже в серебристом цвете, противотуманочки, 11 год, двухлитровый, 150 лошадок, 249 тысяч пробега. Ценник на экране, на все автомашины будут. Внутряночку посмотрим. Мультируль, мультимедийное колесо. Следующий — Шкода Rapid в белом цвете. На штампах, 19 год, 1.6, 90 лошадок, 71 тысяча пробега. Читаем, смотрим, звоним. Kia Rio, 18 год, в серебристом цвете, на литье, в таком зачетном. 1.6, 123 лошадки, 97 тысяч пробега. Ценник видим. Подушки безопасности, климат-контроль, также все. Этот автомобиль без ценника. Hyundai Solaris в черном цвете. 19 год, 1.6, 123 лошадки, пробег 44 тысячи. Подушки безопасности, кондиционер есть. Давайте внутри посмотрим автомобиль. Все. Механика, шестиступка. Дальше. Lada X-Ray. 18 год. Кросс. 1.8. 122 лошадки. 100 тысяч километров пробега. Nissan Terrano 2020 года. В белом цвете. 1.6. 114 лошадок, пробег 38 300. Цену видим на экране, все смотрим. Популярно. Renault Sandero Stepway, 19 год, 1.6, 82 лошадки, пробег 14 тысяч. Подушки есть. Самое главное сейчас на штампах. Давайте посмотрим. Стеклоподъемники передние, мультимедийное колесо, магнитола, механика. Следующий автомобиль — Renault Captur стоит. 19 год, на литье. Двухлитровый, 143 лошадки, пробег 56 тысяч километров. Полный привод, автомат. Цену сейчас посмотрим. Следующий идет автомобиль Toyota в черном цвете. Визуально сейчас покажу. Corolla 13 года. 1.6, 122 лошадки, пробег 176 тысяч километров. Механика. Обивка сидений, ткань, мультируль, также подушки безопасности, все есть. Пройдем следующий автомобиль. Logan 2020 года, 39 тысяч. Видим все на экране, ценник. Пойдемте посмотрим внутри автомобиль. Дальше смотрим. Skoda Rapid 2019 года в белом цвете. 1.6, 110 лошадок, пробег 68 тысяч километров. Передний привод, автомат, подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, обогрев сидений, все есть. Следующая — Octavia идет, 2014 года, в серебристом цвете.
1.4, 140 лошадок, 256 тысяч пробега. Ценник видим. Робот стоит. Рено Сандеро Стопе не продается. Ценника нету. Volkswagen Polo 19 года. 1.6, 110 лошадок. Пробег 92 тысячи. Автомат. Кондиционер, подогрев сидений. Также все есть, подушки. Кому интересно, звоните, пишите. Адрес знаете. Автомобиль с пробегом. Смотрим. Город Киров, Кировская область. Rapid. Шкода 19 год. 1.6, 90 лошадок, 95 тысяч пробега. Передний привод, механика, кондиционер, подушки есть. Обивка, ткань. Давайте дальше посмотрим. Следующий ряд. Lada X-Ray. В таком шоколадном цвете. 18 год. 1.8. 122 лошадки. 93 тысячи пробега. Партроники, подушки безопасности. Однозонный климат-контроль. Цену видим на экране. Рено Каптюр в зеленом цвете на литье, 17 год, стоит 1 619 000. Вариатор 1.6, 114 лошадок. Веста СВ стоит в белом цвете, 21 года на литье, 1.6, 106 лошадок, 38 тысяч пробега. Круиз-контроль, подушки, партроники. Ну, все основное есть. Kia Rio. На литье. 1.6, 123 лошадки. 105 тысяч с половиной пробега. Механика. Все видно на экране. Читаем, пишем, звоним. Климат-контроль. Дальше X-Ray в белом цвете. На литье. 19 год. 1.6, 106 лошадок, 80 тысяч пробега. Автомобили все практически 19 года. Так, Kia Rio X-Line 19 года. 1.6, 123 лошадки, 80 тысяч пробега. Подушки водителя, климат-контроль однозонный. Также сигнализация, ГЛОНАСС, все есть. Давайте посмотрим внутри. Автомат. Шестиступка идет. Volkswagen Polo 20 года. 1.6, 110 лошадок, 41 тысяча. Автомат. Круиз-контроль, также подушки, все есть. Давайте посмотрим по внутряночке. Ткань сиденья, Нива 22 года стоит, 1.7, 80 лошадок, 17 тысяч пробега. Тут у нас что, механика, полный привод, кондиционер есть в этой комплектации. Дальше автомобиль Volkswagen Polo в белом цвете на литье, 17 года. 1.6, 110 лошадок, пробег 120 тысяч. Автомат. Все видим, пишем, звоним, кондиционер. Все есть. Посмотрим следующий ряд автомобилей. Lada Largus 21 года. 1.6, 106 лошадок, 84 тысячи пробега. Так, подушки есть, кондиционер, камера заднего вида, бортовой компьютер. Усилитель руля. Все машины в отличном состоянии. С пробегом. Веста СВ 21 года. 1.6. 113 лошадок. 63 тысячи пробега. Смотрим, читаем, пишем, звоним. Hyundai Solaris. Женский цвет. 17 год. Смотрим. 1.6, 123 лошадки. Пробег 73 тысячи.
Подушки есть, кондиционер, ну, простая версия. Сиденье ткань, механика, шестиступка. Идем дальше. Веста 19 года. СВ. На колпаках. 1.6, 106 лошадок. 103 тысячи пробега. Механика. Подушки есть. Две. Ценник видим на экране. Всем пока, дорогие друзья.